Традиционно 8 марта открывает большую плеяду весенних праздников. Вместе с теплым солнцем появляются и первые цветы. Правда, луговые и полевые. А в городе эти разноцветные красавцы появились давно. Благодаря теплоте и заботе сотрудниц коммунальника. Практически все это цветочное море дарит своим милым дамам мужчины Бреста, которые в праздник готовы говорить самые теплые, самые искренние, самые светлые поздравления и пожелания. Сегодня вас и завтра. Вас будут поздравлять ваши близкие мужчины. Они пожелают вам много счастья, много добра, много всего самого-самого хорошего. Я хочу пожелать от себя немножко другого. Я хочу вам пожелать то, чтобы ваши мужчины носили вас на руках каждый день. А 8 марта может быть чуть-чуть повыше, чем обычно. Удачи вам. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех женщин с прекрасным праздником весны, с 8 марта. Пожелать вам крепкого здоровья, успехов, жизненной радости, чтобы весеннее настроение у вас было не только весной, не только 8 марта, а сопутствовало вам в дальнейшем. Работники службы по чрезвычайным ситуациям области искренне от всей души поздравляют милых дам с замечательным праздником, с праздником весны, с праздником цветения, с праздником солнца и замечательного настроения. От всей души искренне желаем каждой из вас только самых позитивных эмоций от каждого прожитого дня, от каждого прожитого мгновения. Пусть сбудутся все ваши мечты, будет благополучие, покой в доме. Большая подготовка к празднику прошла в городе. Многочисленные стенды, плакаты, баннеры напоминают проходящим мужчинам о том, что наступило торжество милых дам. Особенно красота заметна в ночном городе, когда зажигаются тысячи огней. Яркие светящиеся шары приятно разбавили колорит главной пешеходной улицы Советской. Загорелись огни на Московской, улице 28 июля, проспекте Машерова. Большая восьмерочка расположилась и на перекрестке с бульваром Космонавтов. На улице вечернего города многолюдно, повсюду слышны поздравления. Да всем любви, наверное, пожелать, как все девушки и хотят себе любви, благополучия, здоровья, наверное. Хочу поздравить женщин всех с этим хорошим праздником женским и всего самого лучшего пожелать, чтобы оставались такими женственными, красивыми, любили мужчин всегда. Поздравим маму и поздравим как бы и сестру. Бабушку. Вот, да, бабушку. Вот, поздравим всех. Будем стремиться. Будем радоваться, будем наслаждаться, и я думаю, что хорошей погодой. Вот. И мне кажется, что все будет хорошо. Радости, счастья, улыбок, хорошего настроения и, наверное, крепкого здоровья. Самое главное, что мы вас любим очень сильно. А потому, если сегодня вы не успели поздравить или приятно удивить своих мам, бабушек, сестер, жен, подруг, то самое время предложить отправиться в кофейню, а по дороге удивиться многообразию красоты, созданной во имя женщин, женщин города Бреста.